Снова всем привет, ребят. Снова очередная посылочка из Китая идет. И шло от компании Новая Почта. В чем плюс, что вот не вскрывали, что первый раз, аж удивительно, если честно. Ну, я за компанию, открываем для вас. Что у нас окажется здесь? Ребят, телефон от компании Шописа Сантин. Что есть, что имейл сделано в Китае. Есть еще, ребят, так, ну, скрываем еще, в принципе, куча, по идее, в телефон на свою стоимость, ну, куча шикарнейший должен быть, и, ну, куча, из-за этого я заказал, что, я так думаю, что все в курсе, кто из подписчиков, что я стабильно экспериментирую и покупаю всякие телефоны, скажем так, ну, куча, экстремальные, и в этот раз оказался такой же самый. Так, ребят, чтобы вы видели, что, куча, что, в принципе, в каркас, что сделан из резины, из плотной. Что кнопочка, что включение, я так думаю. Здесь 3.5 джек должен быть. Здесь у нас PPTV. Так думаю, что вставочки из металла. Что кнопка, я так думаю, включение идет или камеры. Здесь специально для шнурка идет USB. У нас, я так думаю, вы увидите, что снова оказалась что кнопочка еще. И здесь что кнопки громкости. Что в чем плюс, что все кнопки из металла. Что спинка идет из камеры у нас. Есть еще вспышечка, я так думаю, что так что IP68, я так думаю, что специально, ну, куча сим-картам, чтобы докопаться, то специально здесь открывается. Что здесь за компанию у нас куча динамик идет и микрофон. Есть, что я попробую еще включить его, я не знаю, конечно, или включится, или нет, что первый раз. Я так думаю, здесь чуть-чуть покопаться в комплектации, что у нас идет. Что... Так, оказался стандартный, что USB есть, что питание. Ну, ребят, ну, если честно, что вообще издевательство, что такое, что питание. Здесь официально аккумулятор 4000 идет, то из, с таким питанием, то, кажется, ну, сутки это, идти зарядка будет. Ну, и попробуем открыть его сразу. Чтоб, скажем так, чтобы все оказалось вживую, ребят, и чтобы вы увидели, что, куда и как у нас идет. Так, еще я извиняюсь, я не умею делать ускоренную на видео, то в перспективе самое лучшее, чуть-чуть куча отмотайте его, что я смотрю, что он, ну, знаете, он куча типа крутится, типа нет. Так, а как оно открывается, интересно? Оказалось бы, хоть инструкция какая-то или что? Давайте я попробую и дернуть его сюда. Нет. Так, ребят, я так думаю, лучше я в перспективе чуть-чуть покопаюсь и попробую докопаться к нему, что, куда и как. И, я так думаю, что куча открывается не этими штуками, а специально здесь отверточка идет. Или попробовать еще раз. Не. Так, ребят, секунду. Так, и снова, ребят, оказалось, ну, чуть-чуть я помахался, что все-таки открывается, и я смотрю, ну, что, знаете, оказалось бы, действительно, IP68, то, во-первых, ну, оказались бы здесь, что, в принципе, ну, вставочки из резины, и их нет. Я так думаю, что, скажем так, ну, куча для галочки, что, в принципе, здесь идет IP68. Аккумулятор, что, ребят, чтобы вы увидели, что 3000 ампер-часов, есть. Так, что эта бумажка отсюда откинули, что писа Сантин Армор есть. Так, еще динамик, я так думаю. Ну и попробуем еще и включить его. Так, еще включение у нас, если не ошибаюсь, должно быть здесь. Что включится или нет. Что мне аж интересно. Такое чудо техники. Нет, не включает его. И эта кнопочка. И это не включает его. И это... Тем более они включают. Что, ребят, ну, я не знаю, я... Что, если честно, я с таким телефоном оказался, что в полном замешательстве. Я не знаю, что вам сказать. Что, если честно, я так думал, что телефон окажется очень интересным. А пока я вижу, что это полный кусок шлака. Шоколада, что видите, что пытаюсь что включить его, и не включается. Что, ну, что все кнопки... Специально их классы и нифига. Но я попробую в перспективе, чтобы включить его на питание
И сделаю уже отдельное видео, где чуть-чуть будет, ну, кучей зарядка его, скажем так. Так, ну, ребят, если честно, я в шоке с этого телефона. Абсолютно, блин. Вставляется. О, есть. Давайте еще раз попробуем. Спинка сюда. Я так думаю, як-то. Як оно, блин, вставляется еще. Так, ребят. Что думаю, вы поняли. Всем спасибо, пока. В чем прикол, что я, ну, куча попытался, чтобы включить его и так, а оказалось, что кнопочка, что включение у нас здесь идет. Что, ребят, ну, знаете, что, в принципе, я вам скажу так, ну, что, что впечатление, ну, смотрится, что, в принципе, куча изумительно, что куча писалось, что здесь, экранчик идет AMOLED, что, в принципе, ну, куча, с технической стороны, по идее, телефон должен быть интересный. Но единственное, что с крышкой, я куча пытался ее впихнуть, и ничего, ну, куча, вот не получается. И боком, и раком, я не знаю, як, что, ну, что, в принципе, ну, с руками все относительно терпимо. Но, типа, о, раз, есть. Ну, в принципе, куча втыкнулась, я считаю, что почти полностью, но не до конца, но в любом случае. Так, что включаем телефон, а, ребят, что у нас есть? Что в чем плюс, что куча экран здесь куча действительно шикарный. Что, ребят, что вы увидели, сюда специально чуть-чуть покручу его, но экранчик здесь на ту стоимость, что он стоит, я считаю, что оказался шикарным. Что действительно, что все классно. Что включаем, что установки. И что у нас есть, ребят? Одну секунду, я думаю, что включаем автоматом, какие есть языки у нас. Android 4.4, я так думаю, стоит. Русский. Что включили? Есть. Так, что кнопочки у нас, я так думаю, что вы их увидите, что светится. Что пишем, так, информация о телефоне, что у нас есть. Аккумулятор, и мы упускаем. Что пишется 4.4.4. Android есть, ну, старенький, но я так думаю, что телефон, ну, куча для звонков, то я так думаю, что в перспективе, что, в принципе, все, окажется все терпимо, что включается отладка, специальные, так, это отключаем, что у нас есть, титры, жесты, включение, выключение, синтез речи, что думаю, что, в принципе, это все увидели, расписание, приват, упускаем это, восстановление сброса. Что включается, вот такая функция у нас есть, чтобы вы увидели. Из безопасности у нас есть. Но, ребят, ну, если честно, пока оказалось, ну, первое впечатление, но я, что, в принципе, оказался, ну, в шоке, что за такие деньги, знаете, я не знаю, что сказать. Что просто, вот единственное, что оказалось, куча здесь классно, шикарный экран. А пока то все оказалось полный хлам. Вот и все. Так, это упускаем. Так, ребят, с памяти, что у нас есть? 16 гигабайт, что должно быть в перспективе. SD-карты пока нету. Есть, что у нас есть? Answer. Блин, ну я, конечно, в шоке, если честно. Call settings. Упускаем экранчик, что у нас есть? У нас есть, что включается оформление экрана. Что упускаем уведомления на блокировкой, что включается автоматическая, что установка экрана есть, что включается автофокус, ты включишь или нет, есть. Так, wake up, что включается, вот такие кнопки, что оказался, у нас есть индикатор, еще должен быть, что светится, что в перспективе испытаем и покажем вам. Так, установки, что у нас есть, это включаем, ребят, еще звонок, давайте пробуем, что все на китайском идет. Не, ну знаете, я вам скажу, ну, в принципе, звук, кстати, оказался супер. В принципе, ну, звучание, что, в принципе, оказалось куча изумительно у него. Так, это звук упускаем, упускаем. Ну, что, в принципе, здесь оказалось все. Что у нас есть? Что установки в календарь, есть видео загрузки в Play Market изначально стоит. Так, что у нас есть? Светильник включаете, если захотели, что светится и терпимо, в принципе, есть. Так что
FM-станции, диспетчер и часы. Ну, естественно, и включаю камеру. Так, что у нас есть? Информация о местоположении, экспозиция, режим съемки, баланс, мерцание, автоматическое грид. Я не знаю, что это значит. Storage location. Есть. Камера. Так, еще пицца. Шестерка. Ребята, я извиняюсь. Пицца. Типа 16 пикселей. Ну и видео. Так, еще попробуем. Я специально, я возьму эту бумажку. Одну секунду. Раз. Раз. И еще раз. Есть. И включаем, ребят, чтобы вы увидели по качеству картинки. Не, ну я не знаю, сколько здесь, ну, кучели 16 есть, но я, скажем так, ну, в лучшем случае, куча, кажется, ну, куча 12 и кучели 10. Так и, что, в принципе, с первого впечатления. И камеру включаем. Автофокуса у нас здесь нету, кстати. Или есть? Нет, что, кстати, вот, оказалось, что не включается. И видео, ребят. Раз. Так, что у нас? Включаем. Экран. Так. Есть. Ребят. Ну, скажем так, оказалось, ну, первое впечатление, куча, телефоне, что я впустую выкинул, ну, куча, кучу денег, что, знаете, ну, я в шоке, что, в принципе. Ну, я так думаю, что, ну, куча, что, в принципе, экранчик здесь, куча, изумительно идет, и камера, ну, куча, типа 16, оказалось, куча пикселей, и типа идет IP68, смотрится все симпатично, и, куча, покупать его, я, что, если честно, вот, покупки я его абсолютно, типа, не рекомендую. Всем спасибо. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!